Городские власти напомнили севастопольцам, что на время реконструкции улицы Большая Морская по центральному городскому кольцу курсируют два бесплатных автобуса – номер 13 и номер 13А. О новой организации движения общественного транспорта и о том, на каких маршрутах покупать проездные билеты не нужно, горожан оповестят волонтеры. Листовки с транспортными схемами разместят на остановках, в автобусах и троллейбусах. Такое поручение 18 ноября дал вице-губернатор Денис Солодовников главе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на аппаратном совещании правительства Севастополя. Были замечания, связанные с тем, что люди не видят, не понимают, что он бесплатный, не понимают, как он ходит. В общем-то, ходит он по кольцу, примерно раз в полчаса он движется. И сегодня будут установлены на нем таблички о том, что проезд бесплатный. Процесс не на один день, не на два месяца, поэтому надо, чтобы у всех граждан, всегда прибывающих в город или проживающих в городе, всегда была возможность постоянно знакомиться с новой схемой движения. Евгений Исаков сообщил, что с учетом работ по реконструкции Большой Морской на данный момент в центре города действует 19 автобусных и 12 троллейбусных маршрутов. Вместе с тем, по трем троллейбусным маршрутам было произведено укорочение, то есть до площади Ушакова, и взамен в части компенсации этих маршрутов запущен бесплатный маршрут номер 13. Пресс-служба правительства города объявила, что сохраняются маршруты движения номер 1, 5, 12, 10 и 10К, курсирующие по Центральному кольцу. При этом маршрут троллейбуса номер 5 сократится до улицы Токарева по старой схеме движения. Маршрут номер 1, связывающий Стрелецкую бухту и Корабельную сторону, сохранится. Маршрут номер 12, который связывает район 5-го километра и центр города, также останется прежним. Маршруты номер 3, 7 и 9 сократятся по так называемому короткому плечу и с площади Суворова сразу проследуют на площадь Ушакова. Уточняется, что с новыми схемами движения автобусов и троллейбусов можно ознакомиться в приложениях «Умный транспорт» и «Яндекс». Пожелания по организации движения общественного транспорта в правительстве города предложили направлять с помощью СМС-сообщения на номер +7 978 300 0009.